Всем привет, дорогие друзья! В Алании начался сезон дождей. Второй день идет ливень проливной, конечно, с остановками. Сегодня ночью я вообще спать не могла, потому что громыхал гром, сверкали молнии. И очень-очень сильный шел дождь. Как вы видите, дождь продолжается, и говорят, что еще будет идти несколько дней. Ну, конец октября, поэтому это нормально. До середины февраля примерно будут идти дожди. Поэтому, друзья, как мы наслаждаемся солнцем в Алании, так же мы наслаждаемся и дождем после очень-очень жаркого лета. Это просто потрясающе, тем более гулять под таким дождем. Просто невероятное ощущение. Это просто невероятный кайф гулять под таким дождем после жаркого лета. Я, конечно, сейчас все промокну, но это просто нереально круто. Я уже, кстати, промокла. Просто супер-супер. Ну, конечно, сами понимаете, это круто 1-2 дня, а потом это порядком надоедает, потому что невероятная сырость начинается. Что, друзья, дождь практически закончился. Я думаю, через час опять начнется ливень. Ну а чем же заняться в такую погоду? Конечно же, идти домой, пить теплый чай в теплых носочках, смотреть телевизор. Ну, в общем, наслаждаться осенью. Насколько резко в Алании меняется погода, друзья, это просто удивительно. Буквально 5 минут назад шел ливень, а теперь уже все начинает распогаживаться. Вот посмотрите, голубое небо, облака настолько быстро расходятся, что такое ощущение, что скоро уже и солнышко выйдет, а потом опять начнется дождь. Ну а я, в общем, купила себе вот таких вот вкусных бананчиков. Сейчас пойду домой, буду пить кофе. Есть бананы, свежие аланийские вкусняцкие бананы. Многие знают, что в Алании очень много народу пользуется электромопедами. Вот вы видите, даже электромопед накрыли крышей, чтобы можно было ездить в дождь. Вот так вот выглядит наш район после дождя. Что хорошо в Алании, то, что везде практически есть брусчатка, и вода задерживается только на дороге. Как вы видите, на дороге есть лужи, а на брусчатке нет, потому что она очень быстро уходит под землю. Вот это вот большой плюс. И вот такие вот здесь сливные стоки, куда вода очень быстро уходит. Я все-таки не смогла в такую погоду сидеть дома и решила выйти на улицу и прогуляться до моря, посмотреть, что же там происходит на пляже. Ну, я думаю, вы увидите все своими глазами, потому что я думаю, что волны огромные заливают весь пляж. Поэтому, друзья, давайте пройдем вместе, посмотрим, что же там происходит. Ну, а дождик, кстати, то усиливается, то ослабевает. В общем, погода такая очень-очень осенняя погода у нас сегодня в Алании. Ну и пока иду,
расскажу вам тоже один интересный момент. Прочитала в Фейсбуке только что, что те, кто приехал в Аланию впервые, именно в октябре, услышали сегодня гром, молнии. Всю ночь ранее я говорила, что всю ночь сверкали молнии, был очень сильный гром, очень сильный ветер. Многие испугались, и я приехала в Турцию в мае месяце, много-много лет назад, и также в октябре месяце, даже не в октябре это было, а, наверное, в январе-феврале, я впервые услышала такой сильный гром. Я тоже испугалась, были просто нереально яркие молнии, все грохотало всю ночь. В общем, это просто незабываемое ощущение. Ну, а я уже подхожу к морю. Обязательно смотрим по сторонам, нет ли машин, когда переходим дорогу. В общем, я сейчас иду к морю. Давайте вместе с вами посмотрим, что же там происходит на пляже. Мы уже на пляже, и я уже вижу отсюда просто нереальные волны. Как вы видите, вода такого коричневого цвета, под стать погоде, кстати. Посмотрите, как близко море подошло к пляжу. Просто невероятно близко. А грохот стоит. Ну, я думаю, что вы сами все слышите. Как вы видите, друзья, море бывает не только бирюзовым, ярким, красивым, летним, солнечным. Дует ветер, но море бывает и вот таким. Но на самом деле, как я уже говорила ранее, погода в Алании очень переменчивая. Если сегодня стоит вот такая вот дождливая, пасмурная погода, то завтра может выйти солнце, и люди опять придут на пляж. Конечно, день короче, загорать можно меньше, но солнце в октябре, в ноябре, да даже и в январе, в феврале очень многие загорают и отдыхают. Поэтому, несмотря на то, что, мне кажется, официально уже точно лето закончилось, все-таки морем можно любоваться в любое время года и даже сейчас. На пляже никого нет, красота, отдыхаю, не хочу. Но, кстати, вот я сейчас в шарфе и плаще в легком, но мне уже жарко, поэтому, несмотря на то, что пасмурно, идет дождь, погода даже очень, температура такая очень хорошая, я думаю, градусов 20, может быть, и выше даже есть, поэтому гулять очень-очень комфортно, ну а шум от моря, конечно, стоит просто невероятный. Все лодки, джетски, видите, стоят на песке. Все зачехлили, наверное, уже до следующего сезона. Даже бананчик здесь. Либо до следующего сезона, либо до солнечных дней, скорее всего. До солнечных дней, потому что солнце еще будет, и народ сможет кататься и на джетски, и на бананах. Сейчас сезон дождей только начался, поэтому на пляже еще стоят и лежаки, и столики, и матрасы, и зонтики. Но в конце декабря, в январе месяце всего этого не будет, потому что будут очень сильные ветра, которые все это просто сдувают за одну секунду. Поэтому, как вы видите, если
лежаки еще лежат. Значит, владельцы пляжных баров знают и, наверное, рассчитывают на то, что погода еще будет, и туристы и местные смогут наслаждаться солнцем. А вдалеке даже видно, насколько сильно волны разбиваются о берег. Прямо аж такой небольшой туман стоит. Очень, конечно, красиво, несмотря на то, что нет солнца. Но просто потрясающее зрелище. Конечно, это не очень сильные волны, которые бывают в Алании осенью, зимой. Зимой они еще сильнее, но очень и очень красиво. Вот такое вот оно, разное море, друзья, в Алании. Бывает и бирюзовое, и синее, и темно-синее, разноцветных цветов. Ну, а сегодня оно вот такое, соответствует погоде. Перемешку вода с водорослями, с песком. В общем, море бушует, и цвет у него, конечно, соответствующий. Самое приятное и самое интересное в том, когда живешь у моря, наблюдать непосредственно за морем, за тем, как оно меняет цвета. И даже летом, когда кажется, что море синее, голубое или такое яркое, красивое, оно все равно каждый день оно разного цвета. Ну а сегодня, как вы видите, оно совершенно другого цвета, какое ему свойственно вот непосредственно только в такую пасмурную погоду. Вот такая вот она, разная Алания, друзья. В солнечную погоду вы ее видели, в пасмурную погоду. Теперь вы увидели Аланию, когда идет сильный дождь, на море волны. В общем, совсем не время для того, чтобы находиться на пляже. Теперь вы видели, как пляж выглядит и тогда, когда нет никого на пляже. И, ну, и в принципе, делать-то на пляже нечего. В Алании, как вы видите, тоже бывает и зима, и осень, не только солнце. Хотя в Алании 300 солнечных дней в году, но бывают и пасмурные дождливые дни, как, например, сегодня. Как по скриптум, друзья, к этому видео, вот вы видите, сзади меня стоят старые турецкие дома. Они постройки, наверное, ну, им лет 20-30, наверное. И не доходя до моего дома, я обнаружила, что один из таких старых турецких домов начинают реставрировать. Вот он за мной. Сначала подумала, почему в доме нет окон. Ну, в общем, ничего нет. А пройдя дальше, еще дальше, я поняла, что дом начинают реставрировать. В общем, даже вот такие вот старые турецкие дома, их реставрируют. И они становятся очень красивыми и более пригожими для жилья. Либо их сносят, но в основном их реставрируют. И, в общем, выглядит все это дело вот таким вот образом. Реставрация идет полным ходом. Все старое, я думаю, что полностью все старое убирают. Может быть, здесь будет отель, а может быть, опять квартиры. В общем, все старое снесли. Наверное, оставили только бетонную коробку. Все будут менять. И, отреставрировав дом, сюда заедут новые жильцы. И если дом продан, то и новые, да, новые жильцы, либо старые жильцы, либо здесь откроется отель. Если честно, то именно такой Алания мне тоже очень нравится. Пустынной, пасмурной. Кажется, такой печальной, дождливой. Но она все равно остается... Мне кажется, красочной и интересной.
каждый сезон в Алании имеет какие-то свои плюсы и минусы. Летом, когда очень жарко, не хочется даже на улицу выходить. Ну а в такую пасмурную погоду хочется и на улицу выходить, и прогуливаться, потому что не жарко, идет дождик. Ну, хотя сегодня был очень сильный дождик. Поэтому, друзья, если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, комментируйте, пишите ваши пожелания. В общем, всего хорошего и всем пока-пока. Добро пожаловать в Аланию!